Мой дедушка, Мусяков Иван Иосифович, прошел всю войну. Родился он 5 сентября 1923 года в деревне Кинзе Руднянского района Смоленской области. В начале войны был эвакуирован вместе с заводом в Новосибирск. Имел бронь, но добровольцем пошел на фронт. Был призван в октябре 1941 году. Начал войну на Калининском фронте. Воевал на Втором Прибалтийском фронте, затем на Первом Белорусском фронте. Был наводчиком и командиром истребительно-противотанкового дивизиона Брестской дивизии. Был дважды ранен и один раз контужен. Окончание войны встретил в госпитале. После войны остался служить в Германии. В 1948 году дедушка вернулся из Германии. 1 сентября уже приступил к работе военным руководителем в школе. Закончил Смоленский физкультурный институт и стал работать учителем физкультуры. Решением партийного собрания был переведен на должность управляющего сельским хозяйством. Мой дедушка умер в 2000 году. Мне очень повезло, что я видела и знала его живым. Светлая память ему. Для нашей семьи великая гордость ежегодно принимать участие в акции «Бессмертный полк». Мы помним и гордимся, что у нас такой легендарный дед.